серьезный! Пол корабля в щепки! Отдать все! Вперед! У них выполнение, Кэп! Почти готов! Блин! Пол корабля в щепки! Еще враги, капитан! Убавить паруса от пули! За нами корабль, сэр! Ты! Думаешь, стреляй по этим крысам! Зал! Мимо! Поймаем ветер! Зал! Че? В сторону пошло! Топливай этих псов! Выполняй! Меньше гор! Блин! Стреляем из всех стволов! Заряжаю! Блин! Не вышло! Перезаряжай! Держись! Столкновение! Почти готово, сэр! Держитесь! Приготовиться! Нас попали! Держись! Рот и отдать! Вперед! Выполняй! Готов! Пушки, парень! Блин! Стреляю! Что, хороша водичка? Зал! Хорошо. Не больше двух. Обещай. Эй, приятель, не будем ссориться. Отсюда до Гаваны сотня лиг, не меньше. Вы что, пешком пойдете? Птичка.
Болван! Куда он бежит-то? Пойдете за мной, убью! Вместе нам было бы легче. Да уж. Вместе еще. Сейчас отрежу вас. Не подходите! Эта шхуна здесь очень кстати. Да уж. Птичка. Кингстон, изымем этот корабль и последуем за ним. Простите, Кингстон? Нет-нет, наш путь лежит в Гавану. Я лишь купец. Я заплачу!
Скажите, сколько? Да, не надо платить. Ладно, сейчас трубик. Добрая охота! О, боже! Возьмите мой сахар, забирайте все. А это еще не сокровище. Я заплачу. Скажите, сколько? Забирайте все! Да уж. Ролик мы пропустим. Ролики мы пропускаем. Что? Шлюпки нет. Опасаюсь, кораблю нам придется плыть. Могло бы быть и хуже. Приветствую на борту, Дункан. Шхуна скромная, но большего мне и не нужно. Возить товар с плантации. Нормально. Ветер крепчает. Пойдем на всех парусах. Чувствую ветер в волосах. Как это бодрит. Живительный запах могучего океана, крепкий аромат возможностей.
Захватить все, кроме гротов! Убавляй от ветра! Гроты по ветру! Неселя одна! Мы несемся быстрее самого ветра! Матросы весьма обеспокоены тем, что в этих водах могут быть пираты. Как думаете, они были правы? Возможно. Но в основном пираты у наветренного пролива между Кубой и Испаньолой. Понятно. Да. Там оживленный путь. По правде говоря, что нам опасаться пиратов? Корабль невелик, на борту ничего ценного, сахарный тростник, патока, ром, подобные товары. Какой пират в своем уме откажется от бочонка рома? Что ж, да, тут вы правы.